Большие и маленькие, милые и вредные, пушистые и не очень братья наши меньшие. Они такие разные, но всегда вызывают трогательные чувства. Здравствуйте, в эфире программа «Зоопарк» и с вами я, Анастасия Новикова. Сегодняшнюю программу мы начнем с радостной новости. В нашем зоопарке пополнение. Самочка Зубур, парочка антилоп Кан и винторогих козлов уже обживают свои новые вольеры. Шымкентский зоопарк пополнился новыми животными. Из Ярославля в наш город прибыли парочка винторогих козлов, две антилопы Канны и самочка Зубр. Новые поселенцы добирались в зоопарк почти 5 суток. Ехали и днем, и ночью, ведь животных нужно было доставить в зверинец как можно быстрее. Летний зной и долгие переезды парнокопытным на пользу не идут. Мы ехали 5 дней с Ярославля до Шымкента. Мы каждый 2-3 часа останавливались, поили, кормили их. Эльнола Гадаева приехала из Ташкента в Шымкент на каникулы и первым делом решила посетить городской зоопарк. Мне понравилось жираф, потому что у нас нету жирафа. Тигры понравились, львы. Мне понравился зубр тем, что он классный и большой. Перед тем, как приобрести животных, руководство зоопарка позаботилось о месте их проживания. По приезду новых обитателей ждали просторные вольеры. Прежде чем привезти животных, мы подготовили его вольер. Вольер для винтового козла, она небольшая, но есть там типа горы. Это животное горное. А для антилопы, это антилопа, она африканское животное, но вольер для антилопы тоже мы подготовили именно ближе к естественному. А для зубр, она вольер вообще у нас она была раньше. Сегодня новые обитатели зверинца уже чувствуют себя комфортно, хорошо питаются и свободно передвигаются по вольерам. Руководство зоопарка надеется, что парочки животных, занесенных в Красную книгу, в скором времени обзаведутся потомством, а зубру девочки для этого пока только ищут пару. Наше эфирное время козлам и антилопам мы уже посвящали, а вот о зубрах ни слова. Что ж, давайте знакомиться. Зубр – это вид животных рода бизонов, подсемейства бычьих, семейства полорогих, отряда парнокопытных. Это последний представитель диких быков в Европе. Их среда обитания – лиственные, хвойные и смешанные леса умеренной полосы. Зубр является самым тяжелым и крупным наземным млекопитающим Европы. Но в то же время уже в конце 19 века отмечалась тенденция к уменьшению размеров европейского зубра. Масса современных взрослых самцов колеблется от 400 до 1000 килограмм. Длина тула взрослых 6-летних быков может достигать 300 сантиметров, высота в холке 188, окружность грудной клетки 280 сантиметров. Передняя часть тела зубра гораздо массивнее, выше и шире задней части. Короткая шея и передняя часть спины сверху образуют высокий горб. В зоопарке главное что? Не заблудиться. Поэтому, если вы готовы посетить зоологический парк только ради того, чтобы увидеть зубра, следуйте за нами. Если хотите увидеть зубра, вам по главной аллее зоопарка. Двигайтесь прямо, но не забывайте смотреть по сторонам. Справа от вас в ряду с крупными парнокопытными и обитает самочка зубр. Девочка Зубр по кличке Янка вовсю обживает свой новый вольер. Годовалую малышку маленькой уже не назовешь, ведь весит-то она уже больше 100 килограмм. Питается парнокопытная в основном сеном и свежей травой. Уж очень любит что-нибудь пожевать. После прибытия зубр активно обследовал свой вольер, бегал и прыгал по всему загону. И не мудрено, ведь в дороге животное простояло в небольшом загоне почти 5 суток. Сейчас малышка отдыхает и чувствует себя хорошо. Все, что нужно
знать о зубре шимкентского зоопарка, я вам уже рассказала, но у меня есть еще много информации про это животное. Я собрала ее в один большой сюжет. Продолжительность жизни зубра достигает 25 лет, причем как в дикой природе, так и в зоопарках. Ведь естественных врагов у них почти нет, разве что волки могут стать угрозой для молодняка. Зубр является стадным животным. Типичное стадо насчитывает от 12 до 20 голов и состоит из самок и молодняка. Зубры-самцы в природе обычно одиночки. Питаются эти животные исключительно растительностью. Зимой, чтобы достать корм из-под тонкого слоя снега, они делают в нем мордой выемку. При большом слое снега зубры вначале разрывают снежный покров копытом, а затем расширяют его мордой, доставая таким образом корм. Зубры имеют много общего с обитающими на просторах США бизонами. Они могут даже скрещиваться и давать жизнеспособное потомство. Плоды таких браков называются зубробизонами. Несмотря на свои огромные размеры, зубры достаточно подвижны. Они не только способны быстро бегать, но и при необходимости могут преодолеть препятствия высотой до 2 метров. Благодаря своей подвижности зубры безбоязненно и ловко могут передвигаться даже по самым крутым склонам. Зубры долгое время находились на грани исчезновения, на самой ее кромке, но, к счастью, ученым удалось спасти их от вымирания. В древности некоторые народы поклонялись зубрам, отождествляя их с символом родной земли. А если в стаде зубров рождался белоснежный малыш, что являлось большой редкостью, то это непременно приносило счастье и удачу всему народу. Теперь время мировых новостей из мира животных. Далее вы увидите, зачем на Темзе пересчитали лебедей и почему в зоопарке Рима животных кормят ледяными лакомствами. Инвентаризацию королевских лебедей-шипунов на реке Темзе проводят последние 800 лет. И в этот раз команда под руководством главного инвентаризатора королевы продолжила традицию. Мы идем вверх по течению на 6 традиционных лодках. Всех лебедей, которых мы встречаем, мы достаем из воды и привозим на берег. Там мы их взвешиваем, измеряем, а также осматриваем на наличие травм. Птенцов также кольцуют в рамках программы по их защите. Инвентаризаторы говорят, что молодняк нередко страдает из-за рыбаков. Сегодня лебеди часто травмируются рыболовными снастями. Когда птенцы очень молодые, они легко попадаются в сети. В середине 80-х годов прошлого века популяция лебедей на реке резко пошла на спад. Затем начала восстанавливаться. Однако в последнее время число птиц опять сокращается. Последние несколько лет возникало много проблем. В прошлом году мы насчитали 83 птенца, которых мы поймали, взвесили и измерили. А годом ранее их было 120. То есть можно увидеть сокращение. Монарху Великобритании по закону принадлежат все дикие лебеди в стране. Традиция пересчитывать этих птиц на Темзе появилась еще в XII веке. Тогда лебеди служили пищей и часто шли на праздничный стол. Трех персидских леопардов воспитанников Центра разведения при Сочинском национальном парке выпустили в дикую природу. Виктория, Ахун и Кили покинули своих опекунов на территории Кавказского биосферного заповедника в 70 километрах от Сочи. До этого горного района человек может добраться лишь на вертолете.
хищным кошкам предстоит дать начало новой популяции персидских или переднеазиатских леопардов на Кавказе. Когда-то такие были широко распространены по всему горному региону. Однако к середине прошлого столетия их численность резко сократилась. Произошло это по вине человека. В 2006 году Российское министерство природных ресурсов и экологии утвердило программу восстановления численности переднеазиатского леопарда на Кавказе. В 2009 в Сочинский национальный парк привезли двух самцов, а примерно через полгода – двух самок. В 2013 году на свет появились первые котята. Специалисты в течение нескольких лет готовили их к жизни в дикой природе. В мае этого года они пришли к выводу, что трое хищников уже способны самостоятельно жить на воле. Перед тем, как отпустить леопардов, им надели ошейники с GPS-трекером. Они будут следить за местонахождением животных с помощью спутникового сигнала. Кроме того, в районе предполагаемого обитания хищников установлены фотокамеры. Также создана группа немедленного реагирования. Она будет действовать при возникновении чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно устранить проблему. В рамках программы по восстановлению численности леопарда специалисты планируют вырастить и выпустить в дикую природу не менее 50 взрослых животных. По мнению специалистов, только такое количество хищников может обеспечить устойчивый рост популяции. В год планируется отпускать не менее 3 особей. В настоящее время в дикой природе обитает менее 1300 переднеазиатских леопардов. Столица Италии переживает жаркие дни, а вместе с людьми от зноя страдают и питомцы римского зоопарка. Когда температура воздуха поднялась почти до 40 градусов по Цельсию, смотрители начали подавать животным еду в замороженном виде. Вот такое ледяное лакомство с кусочками мяса досталось грозному тигру. Кроме того, на тропинке его поджидал сюрприз – спрятанная в мешке еда. Мы используем различные трюки, один из которых – замораживание пищи во льду. Это важно не только из-за жары. С одной стороны, животные чем-то заняты, а с другой – получают освежающую еду. Бурые медведи спасаются от жары в прохладной воде. А в дополнение к этому, мишки получают сладкий десерт – замороженные фрукты. Они охлаждаются в бассейне, либо дремлют под деревьями или кустами, либо едят замороженные лакомства, которые мы даем им, чтобы они легче переживали это жаркое лето. Замороженные угощения принесли и лемурам. Смотрители привязывают ледяные блоки к деревьям, и тогда животным приходится постараться, чтобы добыть свое лакомство. Ради освежающего десерта прервали игру в футбол шимпанзе. А забавным японским макакам замороженные во льду фрукты пришлось добывать из бассейна. Римский зоопарк работает с 1911 года. Здесь обитает 1100 животных, более 200 видов. Южноафриканские заводчики в Притории работают над тем, чтобы восполнить мировую нехватку хорошо обученных рабочих собак, включая немецких овчарок, бельгийских овчарок Малинуа и лабрадоров. И их питомцы уже пользуются большим спросом. Этим малышам всего несколько недель от роду. Но уже через год они станут квалифицированными ищейками и смогут находить взрывчатку, наркотики и другие запрещенные вещества. Южноафриканская государственная оружейная компания решила основать свою программу разведения, поскольку таких собак не хватало ни в стране, ни на мировом рынке. В мире наблюдается нехватка рабочих собак. Вы просто не найдете нужного количества ни в Южноафриканской республике, ни в мире. Поэтому мы решили создать собственную программу. Сотрудники центра говорят, что подготовка рабочих собак – это настоящая наука. Если вы просто разводите собак и держите их в питомнике, то у вас нет программы и вы их не стимулируете, особенно в период от 6 до 12 недель, чувствительный период. Ваши собаки просто не будут развиваться. Вы должны помещать их в ситуации, в которых они окажутся, когда вырастут. У вас должно быть понимание, к чему вы готовите собак. Кинолог Элизна Зеннер говорит, что на этих собак имеется большой спрос. Их раскупают еще до того, как они появились на свет.
На примере двух последних выводков мы увидели, что можно использовать всех собак, если правильно их выращивать. Это означает, что нужны специальные помещения, нужно следить за каждой собакой, нужно обращать внимание на детали. И если работать индивидуально, то они все станут успешными. Обученные собаки здесь стоят около $640 США каждая. Питомцы этого центра уже работают по всей Африке, включая Нигерию, Гану, Габон, Конго, Уганду, Мозамбик и Намибию. Человечность определяется не тем, как вы относитесь к людям, а тем, как вы относитесь к животным. Эта фраза полностью определяет нашу программу. Любите животных, и они полюбят вас в ответ. С вами была Анастасия Новикова. До встречи на следующей неделе.